Итак, сейчас я покажу, как сделать из бигборда файл для печати. Ну, в данном случае это не бигборд, а большой плакат размерами 2,66 метра на 1,26 м. Так, чтобы у нас качество было хорошим, но в данном случае я не знаю, им надо две части или одну. Поэтому я, наверное, как здесь поступлю. Узнаю середину. Я забыл. Вот, середина. Я поставил быстрые направляющие заранее. Да, в прошлом видео показывал. Итак, я такой, чтобы нарисовать линию. Посередине реза. Смотрим цвет. Лучше так. Линия. Поставим пока белую. У нас один пункт, увеличиваем 12 пунктов. Это не знаю сколько миллиметров. Ну, наберем 5 миллиметров. И нам будет такая. Вот. У нас будет полоска 5 миллиметров. В принципе, когда они напечатают этот кусок, они смогут по нему обрезать посередине. Потому что оно идет на две двери. Это будет два раздельных плаката. Но так, чтобы мы экономили место на печати, мы делаем так. Сохраняем. Да, требует ресурсов. Компьютер. В принципе, Intel отлично справляется. AMD жутко мучает. Сохранили. Открываем Photoshop. Файл. Open. Недавние места, извините, не был готов. Открываем наш файл. 1260 на 2660. Оно у нас спрашивает, что мы будем с ним делать. Я ему говорю. Точек. Resolutions. Mod. Smic Color. Правильно ж? 265 сантиметров. Это 2,65 метра. Хей, да. Нажимаем ОК. Оно растрируется. У меня там бэкграунд с прошлой работы, но не важно. Открыли. Там было прозрачным, там то, там все. Вот немного ли эти 5 миллиметров? Наверное, много. Возвращаемся. И уменьшаем до 7. Или даже 5. Хватит с них.
сохраняем. Вообще надо узнавать. Открываем Photoshop, открываем наш файл 150, сохранились наши настройки. Нажимаем ОК. Файл растрируется. Открываем слоя, нажимаем Flatten Image, Ctrl-Shift-S, называем Print, выбираем TIFF, нажимаем, убираем эту галочку на профиле, нажимаем Сохранить, ставим LZV Compression, нажимаем ОК. Извините, может что-то не комментирую, пишите в комментариях, отвечу на любые вопросы. Под видео, естественно. Ну что, готово? Где-то я сохранял принт, вот принт. Размер 44 мегабайта. Дальше отправляем куда нам угодно. На Яндекс.Диск, на XUA, на любой другой файлообменник удобный. Вы скидываете. Ну вроде все. И скидывайте заказчику. Есть вопросы, задавайте. Что непонятно, спрашивайте, пишите в комментариях. До новых встреч. Пока.